Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Обновляете интерьер и подыскиваете бытовую технику? Тогда этот обзор для вас. Представлю вашему вниманию индукционную варочную панель Bosch PUF611FC5E. Прежде чем начнем, предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Итак, поехали! Стильная индукционная варочная панель черного цвета выводит приготовление блюд совершенно на новый уровень. Независимая плита без рамы с сенсором жарки Perfect Fry. Варочная панель имеет прочную стеклокерамическую поверхность, которая отличается хорошей устойчивостью к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений. На поверхности располагается 4 индукционных конфорки различного диаметра и мощности. Размер самой маленькой составляет 14,5 см, а самый большой 21 см. На передней части варочной панели размещен дисплей и световые индикаторы, облегчающие процесс готовки. Управление Direct Select позволяет сохранять полный контроль за процессами приготовления на варочной поверхности. На панели управления в одну линейку расположились все 17 ступеней мощности работы конфорки. Выбор необходимого уровня мощности осуществляется одним касанием. Также простой выбор дополнительных функций. Индикация панели управления отпечатана на стекле. Перелив из кипящей кастрюли – обычное дело на кухне. В этом случае сработает автоотключение, а функция Restart запомнит последние установки мощности. После того, как жидкость вытерли и нажали центральный выключатель, отобразятся последние сохраненные настройки, которые можно подтвердить в течение 10 секунд после включения и снова начать готовить. При готовке порой просто необходимо добавить жару. Улучшенная функция Power Boost варочных панелей Bosch повышает мощность нагрева для ускорения процесса нагрева и закипания. Например, можно вскипятить 2 литра воды почти в 3 раза быстрее, чем на ступени мощности 9 обычной конфорки. Просто включите конфорку и активируйте функцию Power Boost. Просто поставьте сковороду или кастрюлю на варочную поверхность, и Quick Start определит положение посуды и сразу же активирует соответствующую конфорку. Вам останется только задать ступень мощности нагрева. Сенсор жарки Frying Sensor позволяет точно контролировать температуру сковороды в одном из 5 температурных диапазонов. При этом сковорода не перегревается, а значит процесс жарки идет без разбрызгивания масла, антипригарные покрытия служат дольше и качественнее. Идеальный результат независимо от рецепта, будь то яичница или рыбное филе в панировке, все получится. Просто активируйте конфорку, нажмите сенсор активации Frying Sensor и выберите один из 5 диапазонов температуры. Функция «Детская безопасность» защищает панель от нежелательного включения. Температура имеет решающее значение для жарки, слишком высокая заставит даже самый лучший стейк пожариться слишком быстро или поджечь его. Для идеального поджаривания жареного блюда выберите один из 4 уровней мощности. Датчик Perfect Fry будет постоянно регулировать температуру во время жарки и регулировать ее при необходимости. Стеклокерамическая поверхность, термостойкая, а также легко чистится. Автоматическое определение посуды. Любая конфорка на индукционной варочной поверхности после включения отслеживает наличие посуды на ней. Если посуды нет или ее диаметр меньше размеров активации или посуда не магнитна, конфорка отключится через 20 секунд. Таймер с функцией выключения выключает заданную зону нагрева по истечении поставленного времени. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Сильно шумит кулер. Остаются отпечатки пальцев. Буст работает одновременно только на одной конфорке. Теперь перейдем к положительным. Быстрый разогрев. Легкая чистка. Тихая работа. Классический немец. Режим буст. Расширенная область под утятницу. Стильный внешний вид. Надеюсь, обзор был полезен. Смотрите прочие мои ролики, с их помощью вы сможете выбрать и другую бытовую технику. Уделите немного времени обратной связи, поучаствуйте в обсуждении в комментариях и не забудьте поставить лайк. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».